Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English автора Афанасьева. Unit 5, часть 5, step 7, шаг 7, exercise 5, упражнение 5. Describe your dream town. Опишите город своей мечты. Вы, конечно же, пишете о городе вашей мечты. Вы пишете о том, каком вы мечтаете. Я вам написала о своем. То есть описала свой город, мои мечты. Он у меня большой. Давайте я вам прочитаю текст. Вы можете взять за основу его. Или дополнить еще, или переделать. The town of my dream is very big, beautiful and modern. Город моей мечты очень большой, красивый и современный. It is comfortable to live in because it has many shop centers, supermarkets, restaurants, cafes, hotels and amusement parks. В нем комфортно жить, потому что здесь много магазинов, супермаркетов, ресторанов, кафе, отелей и парков развлечений. The streets in my town are wide and modern. Улицы в моем городе широкие и современные. There are many parks in my town. В моем городе много парков. You can go for a walk, feed birds, do sports and swim there. Вы можете гулять, кормить птиц, заниматься спортом и плавать там. There are a lot of high buildings in my town. В моем городе много высоких зданий. The schools in this town are big and modern. Школы в этом городе большие и современные. There are swimming pools, beautiful gardens and modern classrooms in these schools. В этих школах есть бассейны, красивые сады и современные классные комнаты. There are many universities there. Там много университетов. The town has its own airport, railway station, buses and taxis. В городе есть свой аэропорт, железнодорожный вокзал, автобусы и такси. There are a lot of things to see and to do in the town of my dream. В городе моей мечты есть что посмотреть и чем заняться. It is a pleasant city to live in. Это приятный город для жизни. Вот так вот я описала свой город. Вы можете, конечно же, описать свой. Ну, или брать мой текст за основу. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.